Привет, прогрессивный народ, это истинный следователь. Обзор мобильного телефона, который сделан под стационарный. Модель DEXP Larus X3. Съемная антенна, аккумулятор 1000 мА. Одна сим-карта. Что тут еще? АБЦ, это свет, наверное, черный-белый, еще какой-то желтый. Это белый, на самом деле он не белый, а серый. Вот эта модель. Как я сказал, он серый, считается почему-то белым. Надпись под кнопками, видите, под кнопками прозрачными, то есть они не сотрутся, это очень хорошо, потому что обычно краска слезает. Экран зелененький. Зеленой подсветкой нормальный. Трубка. Если вешаете на стену, здесь крючок. И потом можно убрать, вынуть и вниз ставить. Тогда и так снимать. Хотя оно и так снимается, в общем-то. Здесь динамик, микрофон. Микрофон для громкой связи почему-то нету. Говорят, что вот этот используется. А, может быть и так. Здесь питание. Здесь USB прошивать, компорт, ничего тут нету, просто дырка. Это антенна съемная, это хорошо для тех мест, где плохо ловится, подвалы или пригороды какие-то. Вот наклейка, здесь можно повесить два крепления. Здесь аккумулятор, так он вынимается, как-то он болтается тут. Ну, вроде вот резинка прижимает. И вот сим-карта вставляется. Да, нарисована. Как вставлять? Справа ко мне срез. То есть вот так вставляете. Эта модель стоит около 1800, от 2 до 3000, короче, рублей. Питание вот такое. 5 вольт, 1 ампер, штырек, диаметр, не знаю точно, 3,5, наверное. Эта модель была со скидкой, продавалась в ДНСе. Написано, что ремонт блока питания, но она оказалась сломанная. Они продают часто вещи, которые невозможно уже починить, в надежде, чтобы люди не пошли сдавать. Хотя гарантия есть небольшая, поэтому сразу проверяйте. Лучше в магазине. В магазине они не стали включать. Я его включил. И он включился, а потом второй раз уже как-то перестал включаться. Я подумал, ну, аккумулятор, может, сел. На самом деле не аккумулятор, а сама плата с питанием, какие-то проблемы. То есть вообще полностью ломанный. Ну, может быть, еще блок питания не хватает ему мощности, он не может включить его. Ну, в общем, цена была около 700 рублей, то есть там дешевле, ну, если даже взять 1800, ну, в два раза дешевле, но он не рабочий фактически, но все равно показать его, я подумал, стоит вам. Он для пожилых людей и не только, вообще кому-то нравится, может быть, дома такой поставить, кнопки крупные, удобно нажимать. Ну и на даче тоже антенну можно внешнюю подцепить. Вполне неплохой, даже вот пленочка сохранилась на экране, это не царапленная пленочка. Вот этот вот выступ, не знаю для чего. Так что вполне хорошая вещь. Громкая связь. СМС есть. Подсветки кнопок, по-моему, нет. Единственное, микрофона вот не сделано, поэтому, по-моему, плохо слышно, когда по громкой связи разговариваете. Ну, сейчас его сдам. Может быть, другой куплю. Всем спасибо, пока. Это был истинный следователь DEXP X3. Larus, да. Ну, что поставим? Четверочку поставим, что микрофона нет. Кому, если не нужно, так и пятерочку можно поставить. А ломается-то. Все подряд ломается. Не надо воровать-то. Ну,
проволочку. Ну что ты делаешь? И что дальше? Ее съешь? А да ты что ты?